эта фраза, конечно, оказалась она сложной, потому что... Почему она сложная? Потому что надо думать наперед. Кто из вас водит машину, например? Водите машину, да? То есть вы знаете, что водитель должен на 300 метров вперед видеть ситуацию, что творится на дороге, да? То есть это такое должно быть уже так, предвидение ситуации, чтобы ее расшифровать и вовремя среагировать, да? Здесь то же самое. В данном случае мы имеем дело со временем и пространством. В каком плане? В плане того, что мы, апеллируя вот этими величинами пространственными, да, имеем запас по времени и запас по скорости, по пространству и по скорости. И поэтому мы можем, это время нам дает что? Время расслабиться вовремя, вовремя сделать акцент и вовремя подумать над процессом, да? Потому что бывают такие темпы и скорости очень даже большие, когда думать приходится тут же, и мы чувствуем, что мы не успеваем, потому что нету запаса по времени. Вот. А этот момент отношения наше со временем и пространством дает как раз нам вот эти то, что нету у других. Поэтому музыкант, который апеллирует пространство временными аспектами, да, он всегда выглядит немного как по-другому по отношению к слушателю. То есть он лучше ощущает пространство, может его сбалансировать и выдать сбалансированный качественный продукт в этом отношении, объемный. Да? Поэтому, конечно, мы удивляемся, слушая таких музыкантов с мировым именем, как это у них все получается легко, свободно, с улыбочкой, да, без всяких особых напряжений. Хотя мы видим, что у них у всех идет внутренний процесс энергетического такого момента. То есть мы видим это напряжение где-то там, здесь, там, или это слышится через звук. Например, да тот же Эрик Клэптон, например, играет, он особо не двигается. Стоит. Но когда он поет, играет, то есть видно, что у него надуваются здесь жилы. Там. То есть идет какая-то подача. Да, вот это все. Да, он как бы вытаскивает звук, да? Составляем фразы, и эти фразы мы еще пытаемся заключить в определенную звуковую оболочку, которая дает нам определенный тон, определенные тональные моменты, которые мы апеллируем, там, апеллируя различными приемами, бендами, там, всякими камерами, полами. Да? Это очень важно, и, но самое главное, да, это все исходит от ритма. Знаете, не откуда-то с бухты-барахты, да? А это идет от ритма, в данном случае от движения, потому что движение нам дает основную информацию, которая потом выражается в звукоизвлечении и в звуке. И тогда мы можем этот звук обернуть в то, что, во что мы научимся. То есть, значит, обучаясь различным фразировкам, да, то есть мы в данном случае... Наши музыканты, например, обучаются, вот сейчас много школ всяких различных, там можно там сидеть и там тебе показывать, каким пальцем, на каком ладу там, да, какие там ноты там и прочее, да, это все. Но следующий момент, это все можно выучить, конечно, вызубрить там, да, но следующий момент это тот, что нужно это все сыграть, и чтобы это еще стрельнуло, чтобы это как бы, ну, возымело отклик у слушателей, да. Вот, поэтому здесь нужно еще в это вложить энергию, да, движение, энергию и свой личный, так сказать, потенциал человеческий, да, ну вот, и его мы должны откуда черпать. Из этих школ мы их не вычерпаем, потому что там нам не дают никаких знаний о ритме вообще.